Свое отношение к главному политическому событию страны, инаугурации Владимира Путина, сегодня выразила и новороссийская молодежь. Ровно в полдень, когда глава государства приносил присягу на верность российскому народу, более 1000 молодых людей города-героя собрались на площади перед морским вокзалом. За считанные секунды они выстроились в форме огромной надписи «Путин» и в форме сердца, которые, возможно, можно было увидеть даже из космоса. Таким образом, молодежь Новороссийска поздравила президента со вступлением в должность, отметив, что Владимир Путин был и остается национальным лидером, которым они гордятся.